Читают стихи под открытым небом и рассказывают о южноуральских поэтах. В Челябинске в парке Пушкина устроили литературный вечер. Собрались писатели, издатели, а слушали их прохожие. Ты рукой не в силах двинуть, слез не в силах с личика смахнуть, голову не в силах запрокинуть, глубже всеми легкими вздохнуть. Со сцены читают поэму Павла Антокольского. Поэт посвятил ее своему погибшему сыну. Литературный вечер начали именно с этого стихотворения. Сегодня день рождения автора. Послушать собрались челябинские писатели и обычные прохожие. Организаторы рассказывают, это первая поэтическая среда в Челябинске. Но в планах устраивать такие каждую неделю и приобщать горожан к прекрасному. С летней эстрады парка Пушкина будут звучать классические современные стихи. Выбирать будут из произведений уральских поэтов. Впрочем, всем желающим здесь предлагают и самим выступить у свободного микрофона. Надеюсь, что мы в этом свободном микрофоне за эти среды выловим и тех, кого можно затащить, из самодеятельных профессиональных поэтов.